Всем еще раз большой привет! Меня зовут Наташа Гром и добро пожаловать на мой канал. В этом выпуске пойдет речь о таком замечательном фестивале, как Faces and Laces. В 10-й раз фестиваль собрал тысячи людей в парке Горького под контекстом на большой площадке House of Vans. В честь 50-летнего культового американского бренда, сочетающего в себе экстремальные виды спорта, музыку, уличную культуру и современное искусство. Самая главная площадка – скейт-парк, на которой состязались лучшие райдеры из нашей страны и ближнего зарубежья. А также была отдельная площадка с автомобилями, на которой также поучаствовали мои знакомые из Тинкателье. Машин, кстати, было очень-очень много, и я их покажу чуть дальше в выпуске. Ну а музыка на фестивале – это была отдельная тема, чего уж говорить, из каждой точки доносились прекрасные мелодии, и также была отдельная площадка, о которой речь также пойдет чуть дальше. Этого забавного мужчину с его танцами а-ля 80-е пытались заснять все, кто там был на этой площадке. Многие подумают из вас, что танцует он очень странно. Или не совсем танцует, ну, буквально передвигается, как многие подумали. Но именно такие танцы были когда-то в моде у наших родителей. Спросите у них сами про танцы в стиле роботов. We'll be right back.
если вам знакомы такие слова, как апперкастинг и GBL, то следующий блок в этом видео как раз именно для вас. Изначально я не совсем поняла, для чего эти люди собирались там, но ближе к вечеру на данной площадке разыгрался самый настоящий рейв. И самая настоящая рейв-вечеринка. И как вы думаете, кто отрывался 3 часа подряд под зажигательную музыку у диджеев? Ну, я думаю, вы поняли. Площадка GBL, как считаю я, была самой драйвовой. Я давно так не отрывалась, вот честно. И главное, все люди рядом, окружающие, очень любят музыку и были все на максимальном позитиве. Так что, апперкастим, на следующий год я опять к вам, потому что у вас было невозможно весело. И, кстати, я умудрилась выхватить наушники, которые летели в толпу. Развлекаться и веселиться не помешал даже ливень, который как раз наш город к вечеру воскресенья и накрыл. Мы все равно продолжали танцевать под ливнем, как в клипе, представляете? Конечно, я очень сильно переживала по поводу того, что у меня очень много аппаратуры, которая снимает, но, к счастью, видеокамера работает как и положено, ничего страшного не произошло. Зато можно было смело устраивать конкурс мокрых майк в тот момент. И вообще, на самом деле, ощущения и эмоции просто непередаваемы от таких танцев и от той атмосферы, которая была там. Это было настолько круто, что вы себе просто не представляете. Надеюсь, что этот выпуск вам понравился, но для меня он остается очень важным, потому что я люблю такую уличную культуру, такое искусство и такую музыку. Большое вам спасибо за просмотр, увидимся с вами очень скоро, всегда ваша Грамм Наташа, пока!